Всем здравствуйте, я Владимир Тишевский, и это мой канал Вовотиш News Tech. Сейчас я хочу распаковать Huawei Ascend G510. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство. Ну, прежде всего посмотрим на коробочку. Ничего такого интересного на коробке не нарисовано, только единственное сам смартфон. Давайте посмотрим, что внутри. Сразу же, как и во всех упаковках, практически все смартфоны, они находятся сверху, и нам открывается сам смартфон. Далее наклеечка, гарантийный талон, инструкция по использованию, USB кабель, наушники. Вполне стандартные наушники, ничего особенного нету, обычные нормальные наушники и адаптер Huawei с USB. Все отлично. Теперь посмотрим на внешний вид самого смартфона. На передней части находится фронтальная 0,3 мегапикселя камера, динамик для общения, логотип Huawei, 4,5 дюйма дисплей, мультитач, сенсорный, 854x480 разрешение и три кнопочки снизу, присущие самому Android. На левой части находится разъем для microUSB, дальше регулировка громкости и кнопка включения самого аппарата. На верхней части находится разъем для наушников. На правой части ничего не находится. Снизу только динамик и также где открывается сам смартфон. Еще на обратной стороне вот находится динамик верхней части и 5-мегапиксельная камера. Это вот такие внешние его характеристики. Если вы хотите узнать больше о этом смартфоне, вы можете посмотреть видеообзор на моем канале. С вами был Владимир Тишевский, канал Вовотиш News Tech. Всем пока!